Речь шла об эффективности рейдов, которые проводятся администрацией города и молодежным парламентом. Сейчас в городе много отдыхающих, которые не знают о том, что Сочи в 2010 году принял хартию «Сочи без табака» и курит везде, где захотят. Но сочинская молодежь разъясняет, что согласно федеральному закону, курение в общественных местах запрещено. Мы не отучаем их от курения, потому что мы не можем курильщика отучить курить. Но тем не менее мы заставляем его задуматься о важности непосредственно того, что люди вдыхают дым, который он выдыхает. Сейчас от Министерства здравоохранения Российской Федерации получены информационные материалы с разъяснениями, что делать, если в кафе курят, если курят в транспорте, на работе или во дворе дома. Такие постеры раздадут общественникам и руководителям ТОСов, домкомам. Сегодня у нас новый информационный повод, то есть мы каждый раз изобретаем какие-то новые проекты для того, чтобы продвигать идею отказа от табакокурения, во всяком случае, вообще. Конечно, достучаться до людей, зависимых от табака, сложно. Объяснить им, что курение приятно только им, но не тем людям, которые, например, страдают астмой. Тем не менее, знать порядок потребления табачной продукции должен каждый курильщик знать и соблюдать. Закон Российской Федерации об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания СКТ.